генерал милиции Куликов так. сказал, что в КГБ ты работала проституткой. Так. О чем свидетельствует... Официально? Там была такая должность? О чем свидетельствует фильм «Проститутки на службе у КГБ», где в свое время ты снималась с Михаилом Казаковым и Андроном Кончаловским. Не самая худшая компания. Что? Но мы не вместе занимались сексом, я надеюсь, что по версии. Что он имел в виду? А генерал Куликов, это не вот этот в очках бывший да-да, депутат, да. А почему он генерал? Он сам себе придумал такое звание? Я думаю, что он генерал. Он не генерал, да? Ты что, Дим? Да. Во-первых, он ни по возрасту, ни почему не подходит под да. звание генерала. Знаешь, анекдот, когда в сумасшедший дом помещают человека и говорят, вас как зовут? Он говорит, Наполеон. А, ну тогда в шестую палату у нас там 5 таких. А он говорит, вы не поняли, я торт. Поэтому, когда ты сказал генерал Куликов, понимаешь, я думаю, что он прапорщик или сержант, я не знаю, кто он.